Итак, хоккей. Чемпион Советского Союза команда ЦСКА встречается с армейцами Ленинграда, они в светлой форме, в финальном матче на приз газеты «Советский спорт». Шквалом атак начали москвичи эту игру. Острую, напряженную и очень слаженную. Уже на 4-й минуте Блинов забивает первый гол. Выиграв за 3 дня до этого приз лучших клубных команд Европы, чемпионы словно не чувствовали усталости и закончили первый период со счетом 3-0. Во втором тайме гости Москвы старались изменить ход игры в свою пользу, контратакуя ворота ЦСКА. Ленинградец Григорьев проводит ответную шайбу. Но, увы, она оказалась единственной в воротах москвичей. Со счетом 6-1 закончился этот интересный поединок. Команда ЦСКА вновь убедительно подтвердила свой чемпионский титул, завоевав первый приз сезона — приз газеты «Советский спорт».